Здравствуйте, с вами Алина Маслова. Это реалити-проект «Президент», в котором мы помогаем школьникам определиться с будущей профессией. Этого этапа наши участники Алина, Лада, Алексей и Роман ждали, пожалуй, больше всего. Им предстоит один день провести на рабочем месте, чему-то научиться, возможно, и разочароваться в будущей профессии. Однако начнем мы наш выпуск с моей беседы с Алексеем Молотковым. А все потому, что наш красавчик проекта никак не может определиться, в какой структуре он будет проходить практику, тогда как другие ребята уже гладят свои костюмы, чтобы отправиться на работу. Вот с другими ребятами мы уже четко и давно решили, кто куда идет на практику. С тобой это была вообще смешная, очень сильная история, когда у нас была премьера первого выпуска. Все вроде бы нормально, у нас Алексей вроде бы как... То ли актер, то ли ФСБ, непонятно еще, вот где-то он между. А потом бац, я спускаюсь вместе со своей мамой, она мне говорит, что ты идешь вообще в нефтяники. Почему в нефтяники? Это вообще откуда такая вот история родилась? И ты про это знаешь вообще, что это нефтяник, нет? Знаю, ну никак. Там же не так, что прям все. Там я хотел быть актером, а он сказал, типа, нет, это не то, идешь в нефтяники. Она как бы такой вариант предложила, что как бы на первом месте ФСБ. Если что-то с ФСБ, то, не дай бог, не получается, да, то я иду в нефтяники. Ну, она просто предложила как вариант. Ну, мужчина, ну, нефть – это «Газпром», это все такое, там, «Лукойл», да. Ну, там же много денег. Ну, она предложила, я как бы вот чисто вот из-за денег не против. Я, ну, согласен. Слушай, ну, если тебя, например, реально не возьмут, вот ты, например, проведешь один день, ФСБ скажет, ребята, что вообще этот парень нам никак не подходит, ну, вообще прям крак, вот не сюда ему. Это же тоже мнение, да, к которому ты прислушиваешься. Мама говорит, что надо, а они скажут, что вот вообще, парень, тебе не сюда. Вот даже не суйся, потому что ты просто потратишь свое время, если ты будешь стараться попасть в нашу структуру. Что будем делать тогда? Тогда нефтяник остается. Не, ну как? Во-первых, они не скажут, да, почему мне не стоит идти. Они мне скажут причины, да, по каким мне не стоит идти. Так. Там, да. У меня... Доверие, например, к тебе есть. Ко мне недоверие? Ну, они скажут, что, например, к тебе есть недоверие. И они могут подумать, что ага, у него будет запрет на то, чтобы светиться, потому что какая-то операция сейчас идет в городе. А он, если можно, но осторожно, пошел куда-нибудь на интервью. И где-нибудь попал, там, я не знаю, в газету «Теле7». Значит, надо... А-та-та. Значит, надо будет доверие заслуживать. Значит, я говорю, то есть, если не будет давать мне какие-то причины, по каким я не могу пойти, да, у меня еще остается 2 года, чтобы эти причины как раз-таки себе изменить. Вот. В общем, Алексей у нас решил, что идет в ФСБ. Все, да. Точно. Вот прям сейчас скажи мне на камеру это. Ты идешь в ФСБ. Прям говори, да? Прям говори. Я Алексей Молотков, и я иду в ФСБ. Ну что ж, милый Алексей, заметано. Тогда жди своего часа X, так как, сам понимаешь, договориться на съемку в этой структуре, а уж тем более на твою практику там, ой, как непросто. Зато у Лады Козловских все более чем просто. Практику она пройдет в здании технопарка Академгородка в компании Playtox, которая занимается созданием игр. Ну, я как человек творческий, я постоянно слежу за всем, что происходит вот в этом небольшом мире. То есть какие рисунки, что сейчас популярно, что не популярно и какие есть стили вообще. И лазя по разным сайтам, я наткнулась именно вот на эту компанию, и мне стало интересно, как же все это происходит, как тут все разрабатывается, и я загорелась идеей, что мне нужно здесь побывать. Привет. Валерия, наш коллега, вот, и Саша, как раз он дизайнер интерфейсов наш. Знаете, что сразу бросилось в глаза? То, что Лада находится в абсолютно дружественной и знакомой ей среде. Такое ощущение, что художники все даже немного похожи. Итак, передаем слово профессионалам. В чем будет состоять задача Лады? Сегодня тебе предстоит выполнить одно из таких заданий по улучшению, то есть это задание сделает игру более интересной. Надо подарочек нарисовать. Это будет подарок, который тебе, наверное, потом мы подарим. И еще кому-нибудь. Вот здесь будет твое рабочее место среди себя. Давай включаем тачку. Под тачкой подразумевается компьютер, а нарисовать Ладе нужно будет некую фею, которая станет реальным персонажем игры. Персонажем-подарком. Поскольку рисование героя – это дело не 5 минут, а нескольких часов, мы со съемочной группой пошли гулять по технопарку, оставив Ладу наедине с компьютером. А вот камеру мы не выключили. Смотрите, как рождается фея. По-моему, фея получилась сказочная. Для первого раза отличный результат, правда? Задание, можно сказать, выполнено процентов на
40, наверное, на 50. Эта работа, она скорее носит такой характер акции. Вот. Это приятная акция, которая еще сопровождается красивым артом. В общем, для того, чтобы делать поточную работу, нужно еще поучиться. Вообще, Лада молодец. Вот это, пожалуй, самое ценное. Ладе удалось не просто провести один день в профессии мечты, а в буквальном смысле сотворить свой авторский продукт. Браво! Здесь это, да, идеал мой. Идеально работает для меня. Я вроде бы ничего не делаю, вроде бы не стою с места и чем-то занимаюсь. То есть совмещаюсь приятное с полезным. Похоже, Лада влюбилась в это место. Окончательно покорили ее сотрудники PlayTalk с своим небольшим презентом. Я знаю, куда я пойду работать после окончания худграф. Ну-ка, куда? Сюда? Главное, чтобы Ладу теперь еще взяли сюда. Ну, тут уж мы и не знаем, ну, все зависит только от тебя. Сможешь, не сможешь. Если буду хорошо учиться. Благодари тоже мастеров, которые с тобой сегодня работают. Ладно, спасибо за помощь. Давай, удачи. Я, Елена Бирюкова, являюсь креативным продюсером проекта «Лидерфильм». Я Ольга Кабу, снялась в картине «Нити Шамбалы» с ребятами из «Лидерфильма». Я Карина Магдасарова, и мы с моим тигром Акилом поддерживаем детский психологический триммер «Выход». А ты хочешь сниматься в кино вместе с известными артистами? Кинопроект «Лидерфильм» объявляет кастинг. Подробности на сайте leaderfilm.rf. Новый горнолыжный комплекс «Артыбаш» ждет вас! Рестоклаб «Горизонт» приглашает провести любой праздник. Зал вместимостью до 100 человек. Заказ банкета без арендной платы. Большой выбор блюд европейской кухни, а также блюда на живом огне. Концертная площадка, профессиональный звук и свет. Вместительная парковка. Рестоклаб «Горизонт». Улица Бориса Богаткова, 266. Телефон 267-53-37. Съездить в гости поможет «Тарифмастер». Новый и очень доступный способ перемещаться в пространстве. «Тарифмастер.ру». Таких возможностей у вас еще не было. «Тарифмастер.ру». Это просто отвлекающий маневр, чтобы вы немного отдохнули от героев реалити-проекта «Президент», но ненадолго. Итак, переходим к нашей Алине. Ну, вы только посмотрите, какая красивая стоит, в деловом стиле. Я позвала ее на конгресс молодых миллионеров, который организовал Комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства во главе с Максимом Останиным. Кстати, именно Максим станет куратором Алины. Задача нашей героини – смотреть за тем, как работает Максим, что делает, как стоит, как говорит. В общем, впитывать максимум информации. Но не тут-то было. Максим пошел встречать вип-гостей и давать интервью, а Алине стало скучно. Каждый раз мне в буквальном смысле приходилось пинать Алину. «Смотри, как он стоит, смотри, что говорит, а правильная ли поза?»
А как он общается с коллегами и легко и подружески отдает им распоряжение? Естественно, наша героиня слушала меня и очень старалась. Но я-то вижу. Вижу, что ей кажется, что нет ничего проще этой работы. И вообще, что пристали? Единственное развлечение – это робот и разговор с ним. Но что за скука эта ваша чиновничья работа? Вот перед нами стоит начинающий будущий чиновник, я надеюсь. Вот ты с чего посоветуешь начать? Куда прежде всего идти Алине, чтобы добиться таких результатов? Да, я на самом деле советую, рекомендую. Я не хочу какие-то теоретических вещей говорить. Я хочу сказать там те вещи, которые прошел я. Это разные молодежные общественные движения. Вот мы сейчас находимся в центральном районе. Одно из первых моих движений, так сказать, было это молодежный парламент центрального района. Это общественное объединение, которое входили разные люди, и школьники, и студенты. Мы делали совместные проекты, мероприятия. Потому что когда ты делаешь совместные проекты, мероприятия, у тебя появляются знакомые, там, журналисты где-то с одной стороны, с другой стороны, где-то там депутаты, еще там кто-то. И вот с этого начинаю. Вот я о том же. От робота, моя милая Алина, никакой пользы. Полезные связи есть только среди людей. Надо было больше общаться, знакомиться. А когда ты понимаешь, что ты причастен к изменению каких-то там, к решению проблем, к изменению там, каких-то вопросов там, и так далее, ты понимаешь, что ты получаешь удовлетворение. И поэтому говорить там о тяжелости и легкости, ну, это как-то так вот очень далеко и мне непонятно, потому что я со своей работе очень хорошо отношусь, она мне нравится, и я считаю, занимаюсь тем, что, от чего я получаю удовольствие. А удовольствие я получаю от того, когда мы реализуем какой-то проект, там, помогаем предпринимателям. Осталось только узнать мнение Алины. Что она почувствовала? Неужели ей понравился один день в профессии чиновника? Что профессия моя. Мне, я бы тоже хотела заводить новых друзей, хотелось бы больше контактов иметь, так же, как и Максим. Как ты думаешь, что для этого нужно делать? Это все зависит от человека. Вот ты бы, например, сейчас могла подойти к любому из людей, которые здесь присутствуют на конгрессе, и попросить у него визитку? Или пока стесняешься, пока не хватает сил? Я пока стесняюсь, и мне как-то неудобно общаться с людьми, которые вот, выше по должности. Я вот пока что из себя же ничего не представляю, я всего лишь школьник, а они вот уже многого такого добились, и мне как-то, неудобно с ними общаться пока что. Вот смотрю и радуюсь. Алина, мы верим, что у тебя все получится. Главное – работать над собой. Тем временем мы мчим навстречу с еще одним жутко положительным героем нашего реалити – Романом Федорченко. Президент Роман, это Самвел, собственник всего этого отеля и не только. Вот сегодня тебе предстоит провести с ним целый день, познакомиться с работой отеля, и задать интересующие тебя вопросы. Вот так. Давай раздеваться сначала. А пока Рома готовится к должности управляющего отелем и рестораном, я немного расскажу о кураторе нашего героя. Это Самвел Абрамян, владелец отеля «Абникум». Человек, который поставил множество успешных бизнесов, среди которых и отель, и ресторан, и магазин. Для того, чтобы стать управляющим или владельцем собственного бизнеса, таким вот как вот, отель, ресторан, элементы, с чего нужно начинать? Нужно начать с того, что ты будешь все-таки работать на кухне поваром, или сразу вот есть такие люди, которые заходят, и вот я главный, я умею управлять, как может быть он, может быть он не знает, а он управление уже. В первую очередь я всегда это говорю, надо очень хорошо учиться. С этого мы начнем. Вот. Если у тебя в голове ничего нету, то в любом случае нигде не можешь нормально работать. Поэтому в первую очередь надо на учебе дать большое место и стремиться везде быть отличником. После этого уже начинать с маленького потихоньку работать и достичь своего цели. Забегая вперед, скажу, практикой Романа я крайне недовольна. Пожалуй, даже у Алины она была более продуктивной. А знаете почему? Да потому что и Алина, и Рома выбрали профессии, в которых особенно ты и не попрактикуешься. Вы подумайте сами, управляющий отелем, что он делает? Приходит, следит за тем, чтобы все было хорошо, а может и не приходить, решать некоторые вопросы, скажем, из дома. В общем, я маялась весь день, чем бы занять Рому, чем бы загрузить.
Нечем было. Он даже вопросы не задавал. Просто ходил и глазел на отель. Управляющий пришел, поздоровался и, наверное, все-таки пошел обходить отель. Такие важные части, как тренажерный зал, как хамам, как бассейн, чтобы понимать, что да, все у нас работает, везде чистые тарелки, а не пойти в кабинет за компьютер какие-то звонки делать. Да, наверное, нужно сначала пойти посмотреть. Мне кажется, управляющий до того, как подходит в отелю, она уже знает, что творится в отеле и что у нас не работает. Я не знаю других отелей, но у нас управляющая такая. Она до того, как подходит сюда, она уже знает, какая зона у нас хромает, что у нас не работает. Вот честно, был бы у меня еще один шанс, я бы переиграла практику Романа. Придумала бы что-нибудь посложнее, поставила бы за плиту в ресторане при отеле. Полное ощущение, что Роме показалось, что работа минимальная. Просто деньги собирают. Но ведь это не так. Рабочий день владельца отеля не такой уж и трудный, потому что всем руководит уже управляющий. Он здесь голова и уже отвечает за все вопросы, которые находятся в любом уголке отеля. А уже владелец сидит и лишь договариваются о некоторых вопросах с управляющим. Самое сложное – это все-таки найти идею и самое начало. И буквально первое время после начала открытия отеля. Как находить потребителей, как вообще создать атмосферу того, чтобы люди тянулись к тебе. В общем-то, идеи у Романа правильные, не так ли? Знаете, что мне кажется? Нужно придумать еще одно задание для наших ребят. Что-то из профессиональной деятельности, что-то, над чем нужно будет реально задуматься, решить какую-то задачу. А вот как хорошо справятся наши участники, решит зритель. Решит и проголосует за того, кто изжил себя в проекте. Как вам идея? Подумайте над ней, пока. Кто-то покинул свое рабочее место в эйфории, а кто-то, наоборот, задумался. А приносит ли мне удовольствие эта работа, которую я выбрал? У ребят есть время подумать. А пока они думают, в проект «Президент» заходят новые участники. Кстати, если вы хотите оказаться в их числе, тогда заходите на наш сайт leaderfilm.rf, заполняйте анкету и ждите моего звонка. На этом все. С вами была Алина Маслова. Буду скучать.